Всем привет! Сегодня суббота, 14 мая. У меня вчера все спрашивали многочисленные просьбы, расскажи, что за храм. Это храм Пресвятой Богородицы, называется Успенский собор. Дата основания 1657. Он выполнен в стиле барокко, колокольный классицизм. Здесь молились все самодержцы, начиная с Екатерины II. А что вот интересно и примечательно, то что в 1826 году, 9 января, по пути в столицу, тело умершего Александра I было здесь 3 дня. Вот он умер в Таганроге, и здесь по пути в столицу 3 дня его отпевали в этом соборе. И 12 января уже он уехал в Москву. Так что здание с историей. Оно неоднократно, тут были пожары в 18 веке, потом восстанавливали. Но все равно здесь очень много чего уцелело родного. Очень, очень красивое здание. Очень. Сейчас мы отойдем с другой стороны. Вот так вот вид со входа. Не знаю, надо подальше, наверное, отойти, чтобы вам было видно полностью. Ну, очень-очень-очень красивое здание. Ну, харьковчане все его, конечно же, знают. Успенский собор. Я думаю, потом можно зайти внутрь и снять. Посмотрите. Пока что так. Я каждый день мимо хожу, и все у меня спрашивают, а что это за такой красивый собор? Смотрите, какое получается интересное расположение. Вот Успенский собор. Вот у нас монастырь мужской. И сразу же Благовещенский монастырь. То есть они в таком вот треугольнике находятся. Видите? Я сейчас в треугольнике стою между 3 святыми местами.